Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем мы играть. Сейчас. Опа, там внизу, оказывается, было. Я думал, я не долечу. Так, что у нас здесь? А надо было поверх. Надо было поверху идти, но... Да, на новую игру не перейти же было без него, без его убийства. Вот ползу уже в новой игре, новый цикл. Я много не орал, потому что я был сонный. Так что... Да я пошел траить специально вот в пятницу. Я очень мало спал. Привет, кстати говоря. Я мало спал и думал чисто по траю его, чтобы потом посмотреть, какие-то паттерны поискать. Так, паттерны сейчас мне. Какие-то паттерны поискать, ну, чтобы потом в повторе посмотреть внимательно на его вторую стадию, когда он копье достает. Ну и по итогу там за 3 часа где-то я... научился проходить его первую фазу и стал смотреть с копьем. Когда он переходит в третью фазу с молниями, он остается с копьем, то есть примерно все так же остается. Он чуть агрессивнее встает, и у него появляются молнии. Молнии я отражать более-менее умел, а агрессивнее, ну и ладно, как бы агрессивнее и агрессивнее. И по итогу он это, ну, сдался мне. Сдался моему напору. Вот, но я еще ни одного босса так не траил, как так долго, как его. Может быть, из-за того, что я не смотрел никаких страток на него. Ну да, я же специально для этого на стриме делаю, чтобы потом даже самому посмотреть записи, когда станет грустно, скучно и захочется вспомнить, что такое Секиро. Ну или любая другая игра, которую я успел отстримить, чтобы не устанавливать ее, не приходилось там сидеть, что-то идти через 10 тысяч боссов к какому-то одному. Вот. А отдельной записи именно убийства нету, но я еще подумываю об этом сделать. Надо будет сделать записи всех убийств
боссов, которые были убиты впервые. Там ачивка появляется. Вот. Чтобы видно было и ачивку. И... так. Я же отвернулся. Он сейчас стрельнет. Прямо в бой... Нет! Опа. Теперь над плечом пролетело. Вот. Но пока что записи нет. У меня запись только... Ой, я Леди Бабочку когда убивал, вот. Там тоже был сложный этап подготовки, но там чуть меньше 3 часов вышло, в общем. Я как зашел на нее, так ее пытался убить, выучил все атаки, ну, или почти все, ну, в общем, запомнил, что, как надо делать. И чуть меньше 3 часов прошло, я ее убил. Тут, конечно, прошло больше, чем 3 часа, достаточно больше, чем 3 часа. Вот. Да не, прикольный босс. Прикольный босс. Ну, точнее, там уже был, ну, типа убийство. Именно вот Секира чем нравится, то, что тут, в принципе, очень сложные боссы. Они убиваются не за счет того, что... Сложные боссы убиваются не за счет того, что ты нагриндил как-то эту победу рандомно. Ты просто выучил паттерны, и либо все паттерны знаешь, либо большинство паттернов знаешь, и, ну, следующие бои уже будут простыми. Например, бабочку сегодня я убил с первого раза, но, конечно... Я думаю, атака сказалась, то что атаки у меня больше, чем есть. То есть первый раз она все равно сложнее заканчивалась. Но за счет этого бой длился дольше, и поэтому я знаю чуть-чуть больше. Я думаю, ее предпоследний проходить или последний. Чтобы побольше атаки набрать, капа. Вот. Это просто концовка, как концовка. Это прохождение будет в унисон с прохождением одного очень замечательного человека на Ютубе, который делал подробное прохождение. А ничего, что в обычном прохождении, когда ты ничего не пытаешься делать, ты его просто убиваешь. Ох, Вэй, ты же не посмотрел тот стрим, где... Да, не знаю я, сколько у него сижу. Fall of Age я не смотрел. Вот, но достаточно давно. Не с самого начала, когда он стримил Hearthstone. Но, видимо, когда Souls ранил, уже тогда более-менее стал... Известен, популярен. И вот такой же вопрос. Я просто узнал, что он стримил Hearthstone. И при том кастил на английском языке. Только когда на ютубе ранее записи его вообще смотрел, что он там делал. Хорошо, кстати, что они остались. Так хоть можно посмотреть. Наверное, примерно в тот момент... Чуть-чуть незадолго до того, как он стал фулл-стримером, вот, фулл-тайм-стримером. Вот примерно в тот момент. То есть я помню разговоры про переход и все прочее, там рофлы, типа, фулл-тайм-стример и вся прочая вот эта вот штука. Так, я забыл, куда я иду, и я иду не сюда. Так, что тут было? Дзидзо было. Скорее всего. Я хотел узнать, ты смотрел, когда он Секира проходил? Я вот не смотрел Секира ни у кого, в принципе, большие
прохождение. Я только знал, что на финальном боссе он, конечно, закреплял, как... как боженька, примерно такое же количество времени, как я. Вот, поэтому как только я закончу с концовками, можно будет посмотреть, кто как трайл Секира из стримеров. Вот, и, конечно, если бы я смотрел у кого-то Секира, наверное, многие боссы были бы проще. А сложности возникли, в принципе, с бабочкой и с Исином. Вот, на других боссах, да даже на Исине я пошел, убил этого огненного демона, я еще собрал какие-то улучшения. В принципе, самый большой буст, это, конечно, буст по атаке. Сейчас вот часу не легче. Но! Да ладно. Ты стоишь! Какой он жирный, это просто дичь. Я не смог прервать на атаку. Я только что запустил. Вот сколько прошло времени? 12 минут прошло. Я 3 часа поиграл и пошел под хаоса, отдохнул, позанимался всякой ерундистикой и вернулся. Я думаю, я заколупал бы падшую монахиню и так, без применения конфетти, но с конфетти, конечно, она побыстрее начала умирать. Некоторые чуваки рассказывали, которые Souls игр пришли, ну, то есть я смотрел некоторые на ютубе видосы, самые популярные. Вот один чувак думал, что увороты, айфреймы, все это работает, и на Генетира очень долго трайл эти увороты, ну и, собственно, на Генетира только понял, что с парированиями то тут все намного круче, и на это игра заточена. Вот. Я примерно такой же, но я очень долгий до использования всяких каких-то специфических механик, я не знаю. Расходуемых предметов, вот точно. Расходуемые предметы явно точно идут в последнюю очередь, потому что в таких играх иной раз... Так, а если я внизу буду? Вообще надо было вниз, да? Сейчас меня увидят все. Хотя я пытался этого избежать. Сейчас она встанет, еще пристрелит меня, нет? Вот, поэтому я и не юзал ничего вообще расходуемое. Тем более, конфетти стоит бешеных бабок, попадается редко. Поэтому я ее трайл. Потому что хп уходило, я ее трайл без конфетти. Чисто колбасил и колбасил. Хорошо. Вот это уже нехорошо. Она гниет чуть-чуть. Не знаю, скорее всего нет. Да, скорее всего нет.
А, я наложил на нее эту штуку. Окей. Что там сегодня? Геникира есть, например. Довольно скоро будет. Думал, уже зацепит. Эмблемы закончились, вот же напасть, а? Ладно. Как сочно, разваливает просто жесть. Ну да, ну да. Сочно уже разваливаюсь я. Благо ХП не так много. И концентрация не восстанавливается. Воу-воу-воу-воу-воу. Дайте лут. Хорошо. Хорошо, противоядие. Ну, как говорится, оно того стоило. Я парировал, ну я-то уже не в ворота играл, ну от чего-то уворачивался, но в основном парировал, чтобы концентрацию избить. В принципе, получалось 50 на 50, она пробивала мне концентрацию, пробивала ХП, вот. Но после того, как я заюзал конфетти, я и стал наносить чуть больше дэмэджа, и это уже сделало все несколько проще. Все это прохождение. В общем, как я проходил эту тему? Вот так вот я проходил эту тему. И вот тут я тоже хлопнулся. Но... Воу! А, то есть мне в первый раз не зарандомило настолько хреново. В меня не попала ни одна пуля. Я успел среагировать, когда я... Так, где-то там... Попала ни одна пуля, и я успел среагировать, когда я упал с обрыва. Сейчас, конечно, я уже поймал. Так в НИО расходники. Расходники в НИО. Так они не расходники в НИО, они пополняются каждый раз, как я присяду на отдых. Так что да. Расходники я так и не юзал. Даже там особо. А этот меня заметит, интересно? Вообще не должен, но он заметил. Как плохо. Ой, я забегу сюда. Бабку убью. Или себя. Я не могу прервать атаку, хотя жму блок сразу же.
Ой. Это был не я. О-о-о. Чё делаю, чё делаю, чё делаю? Не, давай я туда убегу просто. Давайте переиграем этот момент. Ребят, давайте вы успокоитесь и забудете обо мне. А я все думал, где он, где он? Точно помнил, что он должен быть. Ты не прошел все, получается. Довольно ключевая. Может быть, сюда можно как-то по-другому попасть. Сейчас узнаем, как называется. Не такая переходная. Называется «Опустившаяся долина, третий костер». Либо не дошел до сюда, либо просто быстро ее пробежал и не помнишь. Хотя ненормально так. О, вот мне придется с этим колбаситься, я даже не отдохнул. Я тоже могу сейчас туда сбегать, там ее тоже не будет. Так, а мне нужен вот этот вот. Да так и будет, так и будет. Все нормально. Пробил. Вот тут змеюка попадается. После. Ну, точнее, ты бежишь по мосту, и она разваливает этот мост с собой. А, ну вот как раз ты сюда придешь, и все у тебя будет хорошо.
Так, куда мне нужно идти? Туда, наверное, нужно идти. То есть, изначально здесь посетить. Нет. А, ну да, тут чисто подсмотреть, что есть лут. Лут есть, и ладно. Успел. Такс. Еще более грустно, да, чем просто как бы. Чем просто предать. Ну тут ты его не предаешь. Вот. А там еще и предаешь. Видимо. Ну точнее предаешь, и что там происходит, я еще не знаю, так что. Так, в опустившейся я побывал, и я теперь пойду в... вот сюда. А я не смотрел, так что мы в равных условиях. Бабуська. Так, это куда? За предметом. Онуши. Тарухен, юрую кисета сожара. А, аяцме, гузри отте на. Дага, соно кай ва атта но дева най ка. Ано кьотай то коурики ни куае, има я... Ма, соно тори жа га. Мурикури кисете иру кара но. Нани ка алеба, юрой ва сугу ня. А я вот подозревал, что главный герой может стать резчиком. Правда, никак это не озвучил, так что как будто бы не считается. Не догадка, а так, чисто послесловие, знаешь. А я всегда знал, что вот так-то будет.
туда не пойду. Вот именно сюда я и пойду. Да. Да ты серьезно? Я... Он такого не делал. Бежать. Так, сейчас я ему свою магию покажу тогда. А я могу его забрать, интересно, туда? Как будто бы могу, но... А, ну я его спиной развернуть могу, да. Куда ты? Сюда я точно не хотел. Пока что идти. Мне не дадут забраться, да, на самый верх, там чуть-чуть будет. Но я его так убил, чтобы... Для чего? Чтобы потом вернуться, и он резнулся. Но нет же. Понимаю, понимаю. Выход просто в другой стороне был, а я еще переполз достаточно дальше. О, можно сейчас будет подраться с этим чуваком. С душным. Так, а у меня есть ли навык? По-моему, у меня даже навыка этого нет. Час от часу не легче. Вот как раз ты повернулся сюда, ну и ладно. Чисто стелс. Чисто мой стелс. Как говорится, как проходить по стелсу, давайте я вам покажу. Так, все остальное, сколько у меня угря? 67. Смотаюсь я по-бырому к торговцу, у которого есть продолжение по квесту. Эйダンナ. Самурай たち が欲しがっているもの。本当ですか、Эйダンナ。ああ、塩が足りない。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば、
流行り病もどみんな塩がなくて儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。そうと決まれば塩を工面。旦那ありがとうございます。じゃあな、旦那、塩が、その時は。あんな塩が高く売れたんでさ、おかげでまあ銭もたんま、ささ新しい、機内の花。さすが旦那。さ、どうも最近気なくせ。この木に乗じりゃ、また人も。そこで旦那にお願いしたいことが。なんだ。それが欲しいんでさ。戦場にはまあれや宝の山だ。戦自宅となりゃ。どういった人手が欲しい。そうですね。戦場でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。毎度旦那。さ。じゃあな、戦場あさりのでかくてち。Теперь хочет что-то еще. オオカミ殿、かつて足のそ、そう我がでは、お前さんか、わしはほと、お前さんはわしが掘るほと、お前それで、ではまた。Да, нормально продается, по-моему, не?Что тебе в нем не понравилось? Джанат. Вот оно.Понял. Ну, у тебя, как всегда, очень обоснованно. Значит, точно нужно прислушаться к нему. К твоему мнению. Гокуйо! Извините. Я не хотел показаться грубым.Больше к нему ни ногой. У него же квест. Ну можно еще разочек. Так. Так. Вот это я поменяю. Да ладно.Скушал меня. Ура!
еще в записке пленника должно было быть? Точнее, что там есть вообще? Про благоухающий камень там написано. Чего? Он не умрет сейчас, да?私はどうじ。お血水の早速ですが、師匠から預かった文を司祭はこちらです。忍びの司祭は余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。 Что еще скажут? Шинови. Шифруется. Так, погодите-ка. Это, видимо, за ересь на торговца. Возможно, торговец был все-таки нормальным. Сдачи дал тебе. Подумай об этом. Карму свою испортил. И вот такое может получиться. Может быть, конечно, никак не связано. Но может быть, оно и есть. Так, что у нас здесь есть? Больше, по-моему, никакого лута не будет. Понял.
есть вещи, которые не меняются. Сюда я на всякий случай поставлю щит сиреневый. Мне нужно в инвентаре сейчас заюзать будет всякую штуку, например, вот такую. Такую и... Где-то тут еще есть то, что мне нужно. Это конфетти. Где наш? Да ладно. Не успел. Успел. Где он появится? Понял. Как Сочи. Сейчас он меня убьет, да? Есть такое дело. Еще конфетти. Появится он где-то должен вот здесь. Большой кошель. Очень легко. Он же даже жизнь не снял, поэтому очень легко. В деревню. Туда, говорит, прыгай. О-о-о-о. Кажется, тут очень глубоко. Очень глубоко. По-моему, я могу вот разглядеть там что-то на дне, ну, сквозь туман, как синоби. Могу разглядеть там, что там? Dota 2. Угу. На самом дне, по-моему. На самом дне Dota 2. Понимаю, понимаю. Я там был. Еще нет желания возвращаться. Поэтому побегу в другую сторону. Вот. Вот. О, тут большой кошелек. Я мог бы его и пропустить, если бы захотелось в Dota 2. Но... Так. Где-то еще одна была.
У меня просто навык глядения через туман прокачан, вот, поэтому, лишь поэтому это что-то. А, вот это вот обратный ход. Обратный ход, как я могу сюда еще раз прийти с лунной башни, с того места, где я только-только начал игру. Вот. Так, это выход получается, да? Ну да, там Dota 2. А выход здесь-то есть вообще, нет? Потому что я других хитбов не открыл. Да, то, что мне нужно. Продолжаю свое приключение. В храм Сэмпо. Вот замечательная идея. Главное не ронять там телефон на себя, и уже будет все очень хорошо. Плюс мораль, плюс настроение. Спасибо, я постараюсь справиться и не сгореть. Ну, кто-то левелапнулся и в ванной с телефоном сидит, и неплохо получается, говорят, но я не верю. Где выход-то? Ёб-моё. А, тут дальше надо плыть. Чё-то меня переклинило. Думал, тут уже не надо больше в воду спускаться. О-ла-ла. Удобно лифт придумали. Это я уважаю. Голоса в голове, это страшно. それでも進まれせめて私たちはあなたのご無事をお祈りしましょう。 Залезть туда не дают.
置いていかれてしもうた。みんな、小太郎を置いて、おら、どうすれば。なぜ、泣いている。みんなに、置いていかれてしもうたんじゃ。みんな、とは。みんなは、あれ、誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪、真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。Чего? Не попал под действие. Как близко он увязался. Ладно, я заколочу тебя руками. Это было не так просто, как выглядело изначально.
Нормальный тут лут, прям по три штуки падает. Да ладно.生がき一つは八じゃ生がきも生がきどういうことだえこましからばお米じゃ困りごとあるなお米を恵んでお米はない星の御子様 Вообще я мог подхилиться с добивающих ударов. Хочу заюзать вот этот вот. Да ладно. Жёк. Так, меня куда-то должно выкинуть. Ну из боя выкинет и чуть-чуть назад кинет. Правда, хп останется тем же, но. Да. Откинула, блядь. Откинула. Придется бегать. Как он меня заметил, это, конечно, вопрос. Возможно, стоило завязать... Гачина. Да...
Вопрос теперь, куда ушли мои ребята? Один тут, это понятно. С этим-то проблем как раз нету. Да пошел ты, да пошел ты. Потный какой, а. Да меня тут нет, нет меня тут. Просто максимальный душитель. Максимальный душитель. Может быть, он под леденцом еще был. Потому что очень на то походит.
Ну ладно, ну, забери. Забрал, молодец. Как и конна токоро. Шишон хору. Хотоке у вас реба. Са. У этого еще есть кошельки, чтобы их скупить.
Нет, не сюда получается, а чуть повыше. Вот сюда. その刀、置いて行け。愚かなり。 刃など、この甲冑には通じぬ。なぜそれを返さぬか。 Камон, камон! Ну же! Прощай. А я при первом прохождении сбил ему одну концентрацию. Смотрю, он восстановил, а ему как бы без разницы. И второй раз мне повезло, что он упал, потому что так я бы не понимал, что вообще нужно делать. Вот. Вот сейчас я знал, что нужно делать, но он упорно отказывался заниматься тем, что нужно. Обезьянки. Эх, я так хотел к обезьянкам сбегать. Курма упадет, интересно, с ним.
А ты хотел полностью задолжить генетиры или просто тебе понравился этот путь и ты шел по нему? Я, в принципе, ничего не гуглил до... Ну, до нынешнего момента или что-то типа того. То есть теперь, когда уже нужны разные концовки. Я, конечно, не слишком умный, чтобы все их завершить. Поэтому... Вот он. Плохо. Может, это мощно. Блин, я хочу вот красный взять все-таки. И тут хурма. Ура! Ура! А я обычно, ну, я привычен к таким играм, поэтому я бегал. Ну, короче, каждый уголок обошел. Поэтому, в принципе, представлял, куда можно пойти. Хотя некоторые локации я пропустил, несмотря на то, что я очень плотно все это бегал. Бегал вокруг, смотрел, куда можно пойти, где я не ходил, но... Одну-две локации я просто пропустил уже в конце по подсказкам из чата. Как ни странно, кто-то заходил и рассказывали, куда еще побежать. Ладно, я этих не буду трогать, потому что я сюда все равно приду. Я там на монахине, кстати, очень глупо забыл бусину. Я даже не знал, что она там есть. Я ее пропустил. Так она там и лежит, ждет меня. Теперь уже на НГ+. Так, этих монахов я могу пере... Ага, я этого-то и забыл. Неохота в догонялки бегать. Возможно, все будет окей. Но иной раз закидывает очень. Да. А я уже здесь. Так, а этот интересно, где бегает? Он добежит? О, добежит. Ладно. Этого можно и затыкать. На самом деле я бы ее убивал просто так, но я знаю чизовую стратку. Чизовую стратку прикольную, когда она не бьет тебя ни разу. Что-то я вообще с такого обалдел. До нее дойти еще надо. Я, например, еще даже генетира не убивал. Текс. Так, тут ничего не надо более. Только вот этого надо приговорить. И этот увидел, да? Ну, молодец. Кто вот этот не увидел? Обернулся, но поздно. Смерть настигла его. Тут же.
А на обезьян... А на обезьян я тоже не пройду. Без генетира меня не пустит туда. Так что я просто зачищу весь храм. И когда генетира убью, смогу на обезьянок вернуться. Текс. Ну тут сверху сидит, да? Ну и ладно. Ладно, раз уж ты такой любитель побиться. Он такой оранжевой был. А этот куда смотрит, интересно. Сюда. Яд получил. Ужас. Сюда иди. Быстро же он травит, прям сочно. До монахини, если только прям бежать. Если только прям бежать. Там же целая локация. А... Ту самую убил, которая... Которая мини-босс. Мини-босс там тоже такой... Довольно... Плотный. Он их разворачивает спиной к тебе. Можно провести удар добивающий. Либо... О, ничего себе, я впервые вижу, чтобы он, ну, уперся об препятствие и не перелетел. И это меня безумно радует. Вот. А монахов он вообще отправляет в другой мир, в... Поэтому они исчезают. Так, там кто-то еще один был. Нет? Кажись, нет. Вер. Там торговец стоит, если идти от первого костра в замке Асина.
назад. Там здание есть, и там вот похожий торговец на тех чуваков со шляпами деревянными. То есть он такой же, но черный. Черный барсук. Насколько я помню, у него продается эта часть. Сень Юн. Насколько я помню. Ну там вроде есть толстяки, а может быть и нет. Сложно. Так. А тут ящерки. Точно. И вторая где-то должна быть. Чё, разбежались? Разбежались. Шар. Ой, здрасте. Не туда. Наверное, кадры до конца не прогружаются. Когда очень много рисует, он начинает пропускать кадры.
Да, и он пропускает их постоянно. Да уж. А, понял. На деле это другая причина. Так, надо будет немного переподрубиться, чтобы продолжить. Значит, оно так и продолжит баловаться.